Доброе утро и привет всем, кто смотрит это видео. Вот такую вот посылочку получил. Не знаю даже, будет ли это видео вообще на канале. Но на всякий случай делаю. Знаете сами китайских наших товарищей. Также нашу почту. Может прийти вообще не то, что заказывали, поэтому такое видео делать обязательно. Вот в таком вот у нас виде доставляются защитные стекла. И только благодаря такой упаковке они доходят в целости. Даже не знаю, с какой стороны лучше открыть. Вот таким образом проверяем. Макулатура от продавца, видать. Прикольный такой шарик. Можете почитать. Юмористы, блин. Ну ладно, макулатура. В 4 экземплярах салфеточки. В 4 экземплярах, я так понимаю, стики для наклейки стекол. Ну и, соответственно, 4 стекла. Сейчас мы его посмотрим по размерам, но клеить я что-то пока не хочу. Потому что я умудрился сначала заказать эти стекла, потом, когда они уже были отправлены, увидел, что есть еще пленочки бронированные. И, честно говоря, заказал еще и пленочки. Так что, если кому-то нужно, как минимум 3 стекла могу продать. Если кто в Питере и может быстро заехать забрать, то это будет, наверное, даже лучше, чем ждать, пока придет с Али. Сейчас мы его проверим по размерам. Напоминаю, это дело для B8000 Pro. Так, не так. Так. Ну, как бы вот. Сейчас отцентрую. Если кто не в теме, напоминаю, самый надежный метод установки такого стекла — это взять вот эти вот наклеечки и наклеить как бы с нахлестом на корпус. Раз, два, три. Потом отодвинуть, как книжку раскрыть, зачистить уже окончательное стекло, которое до этого и так уже должно быть зачищено, снять целку с пленки и положить аккуратно обратно на этих же наклейках. Тогда оно отцентруется так же, как вы его изначально вот так вот положили. Ну, видео на канале, в принципе, есть уже и с другой методикой, немножко более проблемной, но как вариант. Так что все. Я думаю, видео не особо кому интересно, но... По поводу стекла могу сказать одно. Оно тоже с эффектом 2,5D небольшим, но очень таким маленьким. Сейчас попробую как-нибудь наехать, показать. Камера не хочет на моем пальце фокусироваться. Ну-ка, а так? Ну так, я надеюсь, уже видно, что оно чуть-чуть закругленное. Благо, тут есть бортик, так что большое закругление тут уже и чувствоваться не будет. А небольшое закругление, чтобы не было шансов зацепить, повредить, оно есть. Ну вот, как-то так оно будет. Так. Ну и вот, изображение не портит, тач работает. Все, это была маленькая распаковочка. Возможно, никому не нужное видео по пленочкам для B8000 Pro. На канале Латуха показывает. Ну и продолжаю намекать, что было бы неплохо, если бы вы подписались на канал. Всем пока, удачи и ждем следующей посылки.